Когда-то на этом месте стояли ворота, но прошлым летом их кто-то вывез, рассказывают жители. То ли во время демонтажа, то ли от старости опоры, на которых они держались, стали разрушаться. Кирпичная кладка отошла от стены дома и начала осыпаться, а здесь ходят люди. Был ураган. Я вышла рано утром. Все усеяно кирпичами. Ну, то есть сверху отваливаются и падают кирпичи. Я обращалась в администрацию Октябрьскую несколько раз. Сначала писали, что это бесхозное имущество. А потом стали утверждать, что это принадлежит нашему дому. Но это не так, потому что это построено было позже. Почему должны решать эту проблему за свой счет, люди не понимают. Опасность для жителей представляет не только падающая стена, но и открытый колодец, который находится в нескольких метрах от дома. Своими силами люди закрыли его досками. Хотели бы, говорят, чтобы внимание на него обратили и коммунальщики, и наконец-то положили сюда крышку. Здесь бегают дети, гуляют с собаками люди. Можно наступить и провалиться. Обращалась и по телефону, подписала заявление в СКС. До сих пор ответ не получила, хотя прошло уже больше нескольких месяцев. А вот жители соседнего 9-го дома никак не могут добиться того, чтобы их двор благоустроили. По их словам, сейчас он больше напоминает проезжую часть и парковку. Кроме того, за много лет в асфальте появились огромные ямы. Октябрьский район, центр города, центр района, и вот живем как в гетто. То есть двора у нас нет. И есть стоянка для автомобилей. Автомобили, которые не принадлежат жильцам этого дома. Обращались в администрацию неоднократно. 17-го года были планы, проекты, но тем не менее все осталось по-прежнему. Дети, вот, которые же проживают в этом доме, да, в школу, не могут выйти спокойно с подъезда, поскольку автомобили, пыль, то есть ситуация, сами понимаете, какая. Очень напряженная. Люди настоятельно просят обратить на их проблемы внимание и, наконец-то, начать хотя бы что-то делать. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ.